Продолжаем наши передачи «Слово эксперту». Меня зовут Гарабанова Николаевна, я заместитель директора Федерации судебных экспертов. И сегодня у нас в гостях Калашник Максим Сергеевич. Здравствуйте. Эксперт в области оценки автономной некоммерческой организации Центра оценки недвижимости и бизнеса. И сегодня мы хотим обсудить такие вопросы, которые очень часто ставятся перед нами как экспертной организацией, особенно судами. Такой вопрос, как оценка действительной стоимости доли того или иного лица с учетом рыночной. Вот, Максим Сергеевич, для чего я вас пригласила? Вот вопрос я озвучила. Да. Все мы понимаем, что есть действительная стоимость доли, да, и есть рыночная. А что значит действительная с учетом рыночной? Ну, давайте начнем по порядку. Действительно, стоимость. Это стоимость какая-то номенклатурная, которую отражают бухгалтерские балансы и, в общем-то, цифры, да, бухгалтерского баланса, который ведет предприятие. А рыночная стоимость, это нам говорит о том, что мы должны измерять, в частности, основные средства данного предприятия с учетом рыночной стоимости этих основных средств, недвижимость, транспортные средства, там, земельные участки, какие-то другие активы предприятия с учетом рынка. Почему? Потому что с течением времени стоимость активов, тех, которые я перечислил, она может меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Соответственно, на каждую дату стоимость должна соответствовать рынку, сложившемуся на данный период времени. Спасибо вам большое. Я думаю, вам была интересна наша сегодняшняя тема. Поэтому, если будут какие-то вопросы, проблемы, пожалуйста, обращайтесь, мы поможем вам отстоять ваши права. Всего доброго, до свидания. До свидания.